женщина, она активная, деятельная, она выбирает практичность, комфорт и устойчивый модный тренд на Экомех. Ведь его можно носить ежедневно, он не боится плохой погоды и влажности, ворс не стирается от ремня и сумки, а саму шубку можно стирать и выглядеть всегда модно. Ну и, конечно, прямо сейчас представит нам этот модный тренд Алина Видельгаус, потрясающий амбассадор бренда Артеса, эксперт, знающая, чего хотят женщины с волнующими формами. Вы знаете, я очень пристально слежу за всеми трендами и обращаю внимание на то, что сейчас актуально. Именно для того, чтобы вы, мои пышные красавицы, могли чувствовать себя не только тепло и комфортно, но чтобы вы были в модном векторе, чтобы вы выглядели актуально, потому что актуальность всегда подчеркивает ваш статус, да, конечно, нужно все, ну, скажем так, подбирать под свой стиль, а о вашем стиле заботится бренд Артеса. Экомех – это главный тренд уже не первого года, этот тренд не теряет своей позиции. Что такое экомех? Это высокотехнологичные материалы, которые абсолютно невесомые, да, то есть они не утяжеляют вам, вы не чувствуете вот этот огромный груз верхней одежды, потому что это некомфортно для нас с вами, вы чувствуете максимально трендовое тепло. Экомех – это трендовое тепло. И вот тот мех, который перед вами, он называется Тедди, да, как мишка Тедди. Откуда пошло само название Тедди Бир, когда Теодор Рузвельт был на охоте, ему навстречу выбежал медвежонок Тедди, и он, конечно же, позволил ему убежать, и с тех пор всех медвежат называют мишками Тедди. И вы можете быть вот таким уютным, привлекательным медвежонком, которому тепло, который укутался в такой прекрасный мягкий эко-мех. И кроме того, крой. Крой – это то, что делает эту шубу универсальной. Обратите внимание, я легко накинула ее на платье. Да, я выбрала платье Алиса, дополнила вот такими чудесными сапожками. Обувь вы сегодня тоже сможете выбрать в нашем прекрасном женском дне. И все это создает элегантный образ. Но обратите внимание на подиум сейчас. Перед вами один из вариантов – это белый цвет, на мне коричневый. У нас два цвета на выбор. И насколько по-разному играет эта вещь. В моем варианте она абсолютно женственная, она при этом меня согревает, и я понимаю, что даже в платье я смогу ходить круглый год, в том числе и зимой, мне не нужно изменять своему кредо, мне не нужно, знаете, в угоду теплу менять свой женственный образ. И в то же самое время обратите внимание на подиуме образ с брюками. И он тоже невероятно хорош. Кстати, это брюки Stellaria. Мы поговорим про них отдельно, и они заслуживают внимания. Сколько и, конечно же, стоит? Давай сейчас озвучим стоимость. Для начала хочу еще раз обратить ваше внимание, что у нас есть два потрясающих оттенка. Первый цвет сейчас рассмотрим на нашей Олечке. Это такой молочный, очень приятный цвет. Белый будет называться в заказе. А также... Это белый медвежонок, да, полярный белый медведь. А второй вариант – это наш сибирский такой вот коричневый медвежонок. Поэтому выбирайте, каким медвежонком вы будете в этом сезоне. Полгода не было с нами бренда Артеса. Это бренд до 74-го российского размера. Потрясающие и качественные изделия сегодня специально для нас. И наша шубка Тедди, которая называется Теона, сегодня продается со скидкой 11%. Один единственный день от 48-го до 74-го. А как мы будем выбирать свой размер? Я знаю, что размеры сдвоенные. Размеры сдвоенные, потому что у пышных красавиц всегда есть свои особенности фигуры. Здесь очень важно помнить о том, что в сдвоенных размерах уже заложено достаточное количество свободы в посадке. Поэтому выбирайте тот сдвоенный размер, где вы видите цифру, наиболее часто встречающуюся в вашем гардеробе. Если вы носите, например, 54 размер, выбирайте 52-54. Нету никакой необходимости брать на размер больше.
Здесь крой уже, как вы видите сейчас на экранах, достаточно свободный. И в рукавах, и, конечно же, в бедрах. Да, мы понимаем, что вы должны надеть вниз что-то теплое, возможно, что-то объемное. И поэтому мы сделали крой вот таким вот свободным, вот таким универсальным, да, для того, чтобы и с платьем, и с юбками, и с деловым костюмом, и даже с пиджаком вам было комфортно в этой шубке. И она действительно может играть совершенно разными красками. Хотите, создавайте вот такие вот привлекательные женственные образы, да? Хотите, носить это с более спортивной одеждой. Эта модель не теряет свою актуальность, она прекрасно адаптируется за счет того, что крой действительно позволяет этой вещи быть на 100% универсальной. Это правильное вложение в ваш стильный гардероб. И с приходом осени, конечно, мы с вами наслаждаемся празднованием десятилетия нашего телеканала. Дарим вам возможность сегодня приобрести для себя меховую куртку Тереза за 7999 рублей. Это наслаждение быть красивой этой осенью, находиться в тепле, ну и, конечно, соответствовать всем модным трендам. До скольки градусов нас будет согревать шубка? Ты знаешь, эко-мех – это очень современные материалы, до минус 5, вам будет очень в ней комфортно, эта температура уже начинает наступать в большинстве регионов России. Но от себя добавлю, если вы добавите какой-то теплый свитер, это может быть объемный свитер, да? Не, пожалуйста, это не будет проблемой, вы можете носить ее и до минус 10. Кроме того, здесь есть капюшон, который вам заменяет необходимость носить головной убор. Капюшон очень объемный, обратите внимание, я могу в него абсолютно укутаться. Да, не буду сейчас, конечно же, нарушать себе свой красивый начес, но поверьте, смотрите, какой он огромный, и он очень теплый. Бывают такие производители, которые экономят на капюшонах, а вот Артеса никогда не экономит ни на капюшонах, ни на фурнитуре. Здесь фурнитура, которая позволяет иметь нам реверсивную молнию, это очень удобно в движении, в транспорте для автоледи. Супер универсальная шуба. Вы ждали Артесу? Сегодня лучшее для вас!